Здравствуйте! Сегодняшний урок рассчитан для начинающих вязальщиц. Представим себе, что у вас есть моток ниток и есть крючок. И с чего начать? Вот сегодняшний урок посвящен тому, с чего начать, как связать первую петлю и как вязать дальше. Мы берем нить, вот так вот ее опускаем, обвиваем вокруг пальца, берем в руки крючок. Затем берем двумя пальцами немножко нити и делаем вот такую вот петельку. Вот, посмотрите. Продеваем крючок в эту петельку. Вот таким вот образом. Большим пальцем придерживаем петельку. Заводим крючок под нить и захватываем нить. И вытягиваем с нитью крючок. Затягиваем. Вот это и есть наша первая петелька. Далее мы будем продолжать аналогично. Заводим крючок под нить, захватываем нить и продеваем ее в петлю. У нас на крючке все время будет одна петля. Опять заводим крючок под нить, захватываем нить и продеваем ее в петлю. Заводим крючок под нить, захватываем нить и протягиваем через петлю. И посмотрите, какая косичка у нас уже вывязывается. Продолжаем вязание. Старайтесь, чтобы у вас все петельки были одинакового размера. Видите? Тогда вещь у вас будет красивая. Эту косичку можно плести, пока моток не закончится. Вот, посмотрите. Видите? С этой стороны она похожа на косичку, на колосок. А если мы ее повернем, видите, какой она вид имеет? Вот такой вот. Все, на этом урок окончен. Как вязать далее? Какие-либо другие узоры, готовые изделия, смотрите в моих видео. Спасибо за внимание. До свидания.